Давай намажем маслом. Давай намажем. Ты меня уже снимаешь, да? Да. Давай намажем маслом. Давай. Смажем все это дело. Давай. А давай вторую ручку. Давай. Оп. Смотрите, как красиво. Так, вот так теперь. О, вот так. Угу. А цвет так маслом смазываем. И что теперь делать? А теперь вторую ручку. Да. Да, поздравляю, теперь еще телефон смазан. Ничего страшного, зато красиво все. Вот, смотрите, какие ноготочки. Вообще. Вообще. Удачи. Леша, у меня написано кисми. Это призыв к действию. Так, подписывайтесь на меня в ТикТоке. Я вот там вот оставила свой скрин с ссылкой. Так что совсем новый аккаунт. У меня там 2 или 3 старых есть. На них не подписывайтесь. Вот на новый подписывайтесь. Я, если что, тоже есть в ТикТоке. Да. Алексей Купин. Ищите, находите туда-сюда. Видосы крутые, обалдеть. Смотрите, просто у тебя ушки. Просто видосы, но персик. Котик как старается, лучок чистит. Так что есть? Есть хочет. Вот, картошка сейчас будет с грибами. И с луком. Да. Вкусно будет? Ой, что-то глаза слезятся. Ты чего, не плачь, кот? Слушай, сейчас все будет нормально. Не плачь. Подожди. Сейчас мы сделаем. Ну что, друзья, как вы думаете, кого вы видите сейчас перед собой? Вы видите нереально голодного мужчину. Нереально. Я просто хочу есть. Очень я готов, опасный, готов съесть все, что есть вокруг. Поэтому Маюшечка быстренько режет мне лучочек. И сейчас будет невероятно вкуснейшее блюдо. Давай, Маюшечка, накорми меня. Пожалуйста, накорми. Накорми, очень прошу. У нас есть вот такая вот замечательная девушка Стеша. И она сидит одна в женской спальне. И нет у нее мужика никакого. Надо срочно к ней идти. Надо срочно ко мне идти. Давай, расскажи. Нам нужен какой? Ответственный, так. Обязательный, угу. Симпатичный, угу. Сильный, мужественный, угу. Мужик, прям мужик. Прям мужик. Нужен, прям мужик нам нужен. Ну, не старше 28. Ого, да, вот это нормально, да. Заявочка. Всем доброе утро. Так оно проходит у нас. Называется «Недавно проснулись». Вот как-то такая вот у нас Маюшечка и модная прическа. Друзья, желаем... Бантик-бомба. Желаем всем хороших выходных, хорошего настроения. Отдыхайте и наслаждайтесь. Короче, друзья, новая фишка. Мы зарегистрировались в ТикТоке. Новая фишка ТикТок. Никогда ранее там не сидели, думали, что вообще происходит. У меня там было 4 профиля, оба да. Все заброшены. Но теперь мы там будем снимать крутые видосики, кайфовать, веселиться и радоваться жизнью, делиться с этим с вами. Да. Да. В общем, заходите на наш ТикТок. Думаю, что будет очень-очень интересно, весело и круто. Короче, процесс идет, готовим кушать. Очень хочу есть, голоден нереально. Обалдеть. Короче, друзья, такая вот штуковина. Вам сегодня сказал, что мы зарегистрировались в ТикТоке. Да. У меня всего лишь там 2700 человек. Но почему-то видео набирают просто по 70 тысяч, по 80 тысяч просмотров. Как так вообще? Кто мне объяснит, почему в ТикТоке такая большая активность?